Верховная Рада Украины поддержала постановление об отстранении Виктора Януковича с поста президента государства. За соответствующий документ проголосовали 328 народных депутатов. Также была установлена дата новых выборов президента Украины. Это 25 мая 2014 года. Постановление вступает в силу с момента его принятия. Ранее сообщалось о добровольной отставке Виктора Януковича с поста президента Украины. Но потом он лично эту информацию опроверг на одном из телеканалов Украины. Сейчас местонахождение Виктора Януковича неизвестно.